Здорово, заебал. По случаю 80-летнего юбилея внуки подарили дедушке билет в его родной город. Старик очень обрадовался, что увидит родной дом через много десятков лет. Приехал, смотрит, дом стоит, даже орнаменты на фасаде те же. Только обветшали, тоже дерево во дворе. Умилился дед, слезинку обронил и увидел. На другой стороне улицы будку обувщика, памятную ему с юности. Перешел дорогу и постучал в стекло будки. Есть ли кто? Изнутри раздался старческий голос. Есть, говорите. Помню эту будку еще 50 лет назад. Даже однажды оставил там пару обуви, коричневые мокасины. Изнутри раздалось. Да, верно, с красным кантом. Точно. И нужно было приклеить левую подошву. Да, в среду будут готовы.